Здравствуйте, дорогие одесситки и просто одесситы. Говорю, почему просто одесситы? Потому что мне стыдно за вас. Неужели вы будете продолжать терпеть эту власть узурпаторов, продажную тварь, которые предали нас всех, которые растащили всю страну по кусочкам? Те заборы вас не смущают, которые стоят, на пляж нельзя зайти, а пароходство, которое было распродано этим сивым мерином, мягко выражаясь, как его фамилия, господи, Кравчуком вместе с Кудюкиным. Ведь вся Одесса была замкнута на пароходство. Неужели не мы хотим возродить ее по новой? О, господи, мне тяжело. Мне тяжело и больно. Вот. Но после принятия присяги я поклялся, и я отомщу. Вот видите на мне этот бронежилет? Это самый дорогой подарок. Ну и еще вот эта штучка. Она называется пистолет-пулемет Стечкина. Мне подарил наш командир Алексей Борисович Мозговой. Ему 60 лет, он мой ровесник. Я не знаю, откуда он попал. Достался от дедов или от кого-то. Но он мне очень дорог. Так вот дальше. Неужели вы так и будете терпеть все это? Неужели вас все устраивает? Выплачены эти ваши пенсии там копеечные. Вот здесь не платят ни пенсии, ни пособий. Закрыты школы. Обещают открыть с декабря. Разрушили дома. А по поводу Лисичанска, наверное, вы уже знаете. Там зашел этот батальон, как он называется, господи, этого Порубия. Этот Азов. Насилуют, убивают, вывозят даже оборудование. Грабят, стреляют собак. Но это, скорее всего, агония. Обращаюсь и к другим областям. Николаевская, Херсонская. Надо подниматься, товарищи. Да, это призыв. Да, это призыв. Я считаю, что надо подниматься, мужики. Мы за всю войну потеряли больше, чем в 3 раза меньше народу, боевых товарищей, чем за 1 раз спалили там 2 числа. И еще раз повторяю, бойтесь, кто за этим стоит. А стоит за этим Коломойский, Гуровец, ну не знаю, Костусев, не Костусев, Немировский, предатель. Готовьтесь. Всем придется ответить перед законом и перед народом, перед властью народа, которую мы установим. Неужели не хочется, чтобы недра принадлежали нам, как, кстати, в Эмиратах, как во многих странах? Вот. А сейчас захапали горстка авантюристов, этих лжепредпринимателей. Нам помогают добросовестные, честные предприниматели. Мы получаем гуманитарий и раздаем. Мы иногда сами не доедаем, и это честно. Это, как говорят в Одессе, чтоб я сдох. И по поводу перемирия. Мы никакого перемирия не подписывали. И укропы сделали перемирие для того, чтобы перегруппироваться, понимаете? И чтобы по новой нас бахнуть. Но мы им не дадим такой возможности. Мы их опередим, я полагаю. Даст Бог. Мы или ляжем, или пойдем дальше на запад. И пусть все знают, моя семья здесь. Здесь, в батальоне, в нашей армии. А там мои родственники. Вы хотите меня запугать? Я уже говорил. Запугать меня невозможно.